Привет. Попробую записать видео, как я бы вот это вот нарисовал в Substance Painter. Этот текст. Для начала это надо бы все выровнять. Буду прямо вот этот референс использовать. Я в фотошопе не очень, поэтому хутки не знаю. Фотошопские. Так, первым делом создаем маску. Создаем маску. Что-то я лишнего создал.
Ой. Я отразил по оси Z модель. Она вот такая была, а я считаю, вот такой сделал, и у меня EV тоже отразилось. Вот теперь нормально. Допустим, вот здесь этот текст будет. Вот так. Я не то сделал. Вот. Вот так правильно. Надо заблюрить. Вот здесь делаем якорь. И теперь у нас первый будет слой. Например, возьмем сразу какой-нибудь оружейный металл.
Хотя для начала лучше сделаем по высоте выжмем эти буквы для начала. Вот, теперь надо еще создать эффект, чтобы когда буквы выдавливают вот в этих вот местах рядом, в обратную сторону немного выдавливается металл, так сказать. Здесь в режиме вычитания будет. Здесь тоже делаем якорь. Это у нас будет текст glow назвал, потому что похоже на glow. Так, вот это у нас будет create minus. Ну это потому что вдавлено. Это у нас height плюс будет height. Во. Теперь как будто немного выдавлено вот. Смотрите. Можно еще левел за эту штуку. Вот так вот. Сделать чуть-чуть плоским. Так еще круче будет.
чуть-чуть добавим так. Вот, теперь у нас тут есть купел. Он у нас будет в режиме Linear Dodge Add. А, я забыл совсем, я же не пробыкал. Текстура, я смотрю, как-то выглядит беспонтово. Вот, здесь мы ставим галочку low-poly, чтобы вот это low-poly была как high-poly, потому что я high-poly не делал чисто для художественных целей. Как бы взят кусок, просто геометрия. Так, здесь у нас надо чуть-чуть уменьшить. Вот так. Вот, теперь, чтобы вот этот слой Gun Steel Painted учитывал вот эту штуку, надо найти, где тут генератор в маске. Вот, здесь есть микро детейл, включить микро height, и вот сюда добавить этот. Текст маска. Так будет больше похоже на правду. Вот, теперь надо взять какую-нибудь грязь. Вот даст, например. Что-то не особо добавить. Такую грязь. Тоже какая-то стрёмная грязь. Все что-то не то.
Ладно, пофиг, сам сделаю. Feel. Ну, что-нибудь типа такого. Вот, и здесь мы минусуем. Опять-таки вот этот glow, например. Потом надо добавить вот здесь надо добавить АО.
Ну вот, что-то типа того.